Макарову. Санкт-Петербург. Обгоняет Макарову. Обгоняет Ставицкую. Но на данный... Да, и Коробейнику, естественно, обгоняет. Но в данный момент проигрывает Серафиме нашей прекрасной. И проигрывает даже Анне Погорелой. Вот так по результатам получается. Но, честно говоря, не было уверенности, что мы сейчас увидим 100 баллов на экране. Но мы увидели. Елизавета Туктамышева. Слухи о чьей болезни оказались то ли слегка преувеличенными, то ли... Думайте сами.
Тренер серьезен. Елизавета явно измотана. И не сравнить этот прокат с короткой программой, где она буквально порхала. Не похоже, конечно, что она в полном здравии. Но ключевые элементы она, конечно, сделала. Решилась и выбила себе этот лут-стулуп в начале программы. Затем еще сделала удачно лутс. Ну вот, в минусе только флип и сальхов получились. Смотрите, какой каскад. Для начала. Но из-за самочувствия этой обстановки не дожала она, конечно, эту программу эмоционально. Клипчик не случился. Потому что после короткой мы были абсолютно очарованы, убиты напрочь ее творчеством. Сейчас... Это, кстати, аксель с тройным тулупом. Сейчас дает своим соперницам возможность зацепиться. Это был не очень удачный сальхов. Разрыв-то очень маленький после короткой программы, обычно. Он и так-то маленький, а здесь был всего лишь 2,5 балла. Считая, нет этого разрыва, поэтому в произвольной программе, ну, в которой уже раз Елизавета Туктамышева у нас пытается стать чемпионкой России. Сейчас мы посмотрим, освежим память. Прошлый чемпионат. Это караул, 6-е место. Позапрошлый 3-е место, это уже второй раз получается. Позапрошлый 3-е место, это 3-й раз. До этого 2-е место, это 4-й раз. В общем, 4-й. 4 раза уже пыталась. И вот в очередной раз попытка 196-57. Ее итоговый.